Михаил Повалий – солист Краснодарского концертного органного зала. Тем не менее, на протяжении 17 лет заслуженный артист Кубани регулярно приезжает на курорт со своими программами и полюбился сочинской публике. На этот раз в исполнении известного органиста прозвучит музыка Вивальди, Баха, Реггера и других зарубежных композиторов. Изюминкой программы станет союз органа и двух струнных инструментов – виолончели и контрабаса, на которых сыграют музыканты Владимир Шохов и Константин Киселев. У нас это будет премьера. Просто когда формировалась программа фестиваля, решили сделать вот как бы это трио, потому что это не так часто у нас звучит. И, собственно говоря, вот в таком составе мы будем выступать первый раз. Ну, что получится в результате, это уже судить слушателям.